Всем привет, меня зовут Грифер. Сегодня я покажу вам, как сделать бас, который уже скоро будут использовать такие битмейкеры, как Metro Boomin и DJ Tape. Берем стандартный бас и стандартную расстановку. Теперь нам необходимо обработать эквалайзером и докинуть сверху софт-клипер. Звук просто супер, уже можно скинуть Моргенштерну. Добавим вейв-шейпер. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подпишитесь, а иначе... Спасибо за просмотр.